Давай прокатимся по самой длинной трассе, нахуй. Как тебе идея? Сейчас я смотрю заставку. Бать, Аляска. Ой, блядь! Сломал меня. Хуй его знает, где-то они продаются. Билет на вертолет, 4К, а мне не хватает. Это бомж. Ну тогда давай скажи, куда я тпшнусь, а ты на меня тпшнешься. Что ты хотел? А вот у тебя это... бесплатный вертолет? Да, с 25-го бесплатный. А, по вот этой дороге ты хотел съехать? Да, да. Ебанутый? По самой длинной дороге проехать. А где она начинается, самая длинная дорога? Я метку поставил зелененький, видишь? Две вот эти, одну? Да. Вот, вот тут она начинается. Лесопилка какая-то, да? Да, да, да. Давай прыгнем. Ой, бать, фура. Охуенно, когда друг с этим. Когда у тебя есть друг с вертолетом, да? Поехали. Подожди, ты форсируешь. Я вот думал с крыши прыгнуть. Да нахуя я имел. Да что-то тут, склон какой-то, не склон. Да, вот в этом-то и прикол. Давай прям под. Давай. Слушай, а можно сани взять? Больше на тебя нет сани. А, просто напоминаю. Еще раз напоминаю, там скидка набился. Да, Аляска прикольное место. Сколько DLC стоит? Не помнишь? Не знаю. Ну там, да, откуда я знаю? Ну, там скидка 50 вроде сейчас. Ебать, ну тут, кстати, да? Чиловая поездочка, можно от первого лица ебануть. Ну, правда, да, камеры нельзя вертеть. Да, от первого лица прикольно. Нет, как включить от первого лица? Цифра 3, цифра 3. А 1 это вернуть в исходное, 2 это еще какая-то там камера. 1, 2, 3 это, короче, камера. 3 это не от первого лица, это типа с GoPro-шки. А если у тебя квадрокоптер? Тут просто шикарно. Уверена, если у меня квадрокоптер? Ну, наверное, два. Два это с квадрокоптера. А ты направо поехал? Нет, налево. Ну, вообще, блядь, тут надо на лыжах, походу. На лыжах было бы побыстрее. Ебать, их прикольно они реализовали. Мне интересно, там можно по тому льду кататься вот это или нет? Ну, там камушки. О, брата. Можно ли до льда? Давай попробуем, короче, в море прямо ебать. Так, тут резкий поворот направо, да. Хуеть, я потерялся. По-моему, ты с дороги съехал, тебе не кажется? И не вернулся. Даже. Похуй, там вон, я вижу дорогу, я на нее. Я по пинкам попрыгаю. Ебать, по пинкам круто прыгать. Теперь улица. Врыв на дорогу. Давай дальше. Блять. Ты по пинкам поехал? Ну я там срезал немножко, да, я проебался. В целом можно и вот тут вот немножко срезать. Блять, я пока камеру переключал, он успел трик сделать. Слушай, не в ту сторону, по-моему. Все красиво, я по дороге. Здесь знак стоп, осторожно, блять, резкий поворот. Оп, нахуй. Оп, сальтуха, ух, ебать. Ну срезаем, короче. Мы же сноубордисты, блять, в конце концов. Я же не на машине еду, не на фуре. О, блядь. Это здорово, нахуй. Где-то рядом там? Да и от первого лица. Ебать. Вообще плющит, да? Ебать, я тебя видел только что от первого лица. Да, от первого лица вообще блевотрон ебаный. Прыгай. Лесопилка, лесопилка. Бля, мы не туда, она была по лесопилке уебать. Слышь, я хочу. Тем более я разбился. Ча, я нарисую пилку. Не, не заново, я чуть-чуть назад отмотаю. А как отмотать назад? Ну, вертолет личный. Да на меня, блять. Ладно, тпшнись на меня, давай. Тпшнись на меня. Каникула. Лесопилка каникула, ебать. Тоника бы понравилось. И мы проехали только. Мало, да? На меня тпшься? Ну, половину пути. Не то сделал. Тут конвейер, короче, в лесопилке. Мы поедем прям по конвейеру. Давай, вон, видишь ленту? Ух ты, я квадрокоптер запустил. Да, да, да. Да, это жестко. Ты от первого ебаш? Нет. Давай от первого. Да сука, я не вижу, у меня чё развернулся? Как ехать? Ебать, чем ты? Я еду спиной, у меня головы нету. У моей тени нет головы. Ебать, он скользит. Виталь, что делать? Мне тошнит, мне ещё выжить. Срочно ведро. 28 тысяч. А у тебя сколько?
Нет, если это первый вид, я проебал ленту. Ты проехал по этой штуке тоже, да? Да, я проехал. Я не знаю, я ехал от первого лица. О, ебать! Теперь понятно, почему я ехал спиной. Ебать, это охуительно. Да, вон там скользит. Бля, чувак, ты охуенный. Как же это охуенно. Это трасса специальная для тебя. Там слева еще одна есть, ты видел? Блять. 18 косарей, да. Край какой-то, ебать. На этом, на Альпах такого не было. Ты 18 косарей? Да. Я не сразу понял, что может прикачить. А, против... Ебать. Через грузовик нахуй пытался, не преодолел. Ты куда уебал там? Где дорога? Я просто спускаюсь, хуй знает как. Скалы, скалы, скалы. От первого рельсы, рельсы, скалы, скалы. Ехал лыжник без зуб. Без зубов, блядь. Беззубастый. Без зуба... Ебать, береза. Береза, посиди. Береза посидела. Я хотел задержать. Ай! Поломатый лыжник. Да я что-то прыгнул такой, думаю, сейчас красивый будет трюк, а там камень такой, здорово, блядь. Да, я так же. Я вот с камнем поздоровался. Ну снег или какой-то другой тут? Сука. Тупо другой снег. Намного пиже. Как сказать, просто другой. Бля, чувак, там дальше вообще пиздец. А вот эти зубы, клыки, я хуй знаю, чувак. Где там, бля? Я по дороге еду вообще. Где там? Мы тут пойдем. Да. Береза, блядь! Ты от третьего ебашь? Нет. Правильно. На нахуй. В смысле, да, ебашил, сейчас переключился. Да это блюватрон, ты чё? Это голимый блюватрон, пиздец. Я чё-то от первого вообще охуеть. Мне понравилось. Ебать, нахуй. Просто если можно было как бы от первого, я не знаю, там через тебя трекер какой-нибудь или мышкой там какой-то хуй знает. Камеру управлять, да, тут чар вертит, ну, куда хочет, хуй пойми, куда едешь постами. Ну это мне кажется для этой. Это больше для записи роликов, ебать, я в дерево ушел. Такие звуки все. Ой, я за карту заглянул, норм. Все в порядке, там текстур нету. Едем дальше. Я на озере. Ты доехал до озера? Угу. Блять, тут даже деревья другие. Блять, кто эти рога понаделал? Сейчас пойду сквозь рога, ладно. Охуеть. Кальтушечка. Блять, что это за бивни? А теперь я... На, нахуй. Ну, только от третьего лица. Все попробуешь? О, блядь, сложился круто. Красавчик, молодец. Да, у меня же голова кружится. Как так получилось то, что он может скользить по этой хуйне? Не, лесопилка топ, вот эта конвейерная лента, это вообще так охуительно. Ты прикинь, получилось перепрыгнуть с одной на другую. Так, ну вот озеро. Нихуя себе. Ладно. Да. Да так это не то место. Подожди, мы куда-то не туда выехали. Слышь, чё, мы не туда приехали. Ну вы приехали в город. Ебать, жара пошла. Так, город где-то слева был. Сейчас будем смещаться влево. Че там замер? И, походу не в стипов, сам себе режиссер, да, играешь там? Да. Я хочу сделать охуевший трюк. Все мы хотим сделать охуевший трюк. А по итогу падаем на камень. Он автоматом, прикинь, перепрыгивает на вот это. Я не понял, о чем там речь. Я думаю, попозже узнаю. Куда хочу в город, окей.
Куда сейчас? Подожди, кстати. Я не могу лес. Ебай, я пошел через этот лес. Чуть дорогу не нашел. Походу он тут, о, да? Скользит. Не было такого на Альпах. Я думаю, может быть, на Альпах где-то есть особое место, где можно. Типа всякий сноупарк, еще что-то. МБ нет, МБ рили только тут. Ну и неизвестно, что еще там в этом, в Азии. Неплохо. Не, просто тут, я так понял, он скользит, что касается. Ну, как грустно ездить по дороге. Ну, нахуй по дорогу. Опа. Бля. Короче, я к тебе качусь. Давай. Надо попробовать оттуда до города доехать, но не факт, что это возможно. Да невозможно. Из-за уклона, не. Ну, в смысле, это будет тупняк, вот это вот, блядь, прыгать просто. Есть один прикольный трюк, который, я думаю, ты... Ебучее дерево, кто его здесь посадил? Чё за трюк там? Чё ты придумал уже? Бля, ёбаный лес! Деревья убивают? Не, если вовремя спрыгнуть, там еще одна лесопилка есть, кстати. Да я понял, что она не одна тут. Ну что-то я спустился уже намного города. Короче, рестартую. Отсюда не доехать. Да. Дуй сюда. Надо с другого склона. Ебать, это что такое? Надо... Это река замерзшая? Надо, короче, смотреть. Куда ехать? Смотреть? Прыгнуть на деревяшку, по ней проскользить. Ну. Спрыгнуть с нее, проехать дальше и залететь. Там черт сломался. И залететь на конвейерную лестницу. Нихуя не понял, но интересно. Так, сначала... А, с дерев... я понял, все, там трамплин да, типа из бревен. Да, деревяшку, потом, да, трамплин. Спасибо, Идаль. Сорян. Поломал. Не, ты заезжаешь? Да, да, я сделал. А я просто напрямую прыгал. Я на бревно заехал! Ебать, а по бревнам слабо по конвейеру? Блять. Так нет, я и проезжал. Типа, у меня уже есть объектив по этим бревнам. Ну потом, конечно, на дорогу так больно падать. Это да. О, слышь, а тут тоже можно вот так загладить, блять. Да. Там, короче, 15 тысяч. Справа тоже я вижу можно. Короче, тут везде можно. Наверное, и целое задание есть на эту хуйню. Ну, скорее всего. Блядь. Потому что он сам, когда чувствуешь, что ты скользишь. Да, да, он сам едет, ты просто трюки там делаешь. Надо еще понять, как там трюки правильно делать. Там просто на ВСД и все. Не, на ВСД это ты направление меняешь. Ты думаешь, он доску будет там крутить, она же прикована к его ногам. Не, не об этом думал, я думал о другом. А, чтобы он поднимал, типа, или граф делал? Да, 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 вот это. Ну, кстати, делает граф что-то. А, я теперь понял, нахуй эти штуки нужны. Ебать, красиво! Ебать, что творю? А ты докурил до этого? Трюков мало, но в целом красиво всех одну. Ты доезжал до города? Нет, тут не доехать до города, забей. Там с другого места стартовать, чтобы до города доехать. На, нахуй. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?